Данный набор конфет из Швейцарии приобрели в дьюти-фри города Стамбул. Тут несколько видов конфеточек, как вы видите, их три в отдельных небольших упаковочках. Также на таре имеется полное описание продукции, состав на нескольких языках, как открывать коробочку, причем даже несколькими способами, энергетическая ценность, вес, место изготовления, собственно, штрих-код. Здесь более подробно я все это показываю, пока без рассмотрения содержимого. Вот штрих-код будет, вес, все подробно, но зафиксировать это немножко сложно из-за того, что сама упаковка золотистого, хоть и красивого цвета, но довольно сильно бликует. Это немножко мешает. Цена, ну, наверное, была за 774 грамма примерно 15 евро, может быть, меньше. Здесь русский язык, полные сведения. Далее все более подробненько на порцию. И чтобы просто вы не запутались. Опять же, страна Швейцария, но они не продаются в РФ. Это, собственно, в нашей стране. Так просто. У нас же тоже можно только в аэропорту привезти в duty free. Здесь вы видите три варианта. Тут они целиком выглядят так. Три штучки весят 25 грамм. Боковая сторона. Одно из них с наименованием марки «Вкус». Разный очень. У белых он слегка приторный. И похож на помадку. Коричневый, светлый, это чистый. Молочный шоколад, привычный нам. Темный, чуть-чуть горький, а нуга достаточно мягкая и слегка хрустящая. Тает слегка быстро, в общем-то. Сладость двух других вариантов умеренная. Ароматные, шоколадные. Многим, я думаю, могут понравиться. В общем-то, спасибо за внимание к моим любым другим и этому отзыву. И до свидания. Здесь окончание работы. Все. Пока-пока.